Неприятель не пройдет. На дорогах Запорожской области начали сооружать блокпосты для защиты от внешней агрессии. Всего за два дня планируют установить 5 блокпостов со всем необходимым – от полевых кухонь до БТРов. На этих блокпостах будут люди, милиция, внутренние войска, будут общественные люди из общественных организаций, которые будут нести круглосуточную там службу. Эти подразделения будут вооружены и находиться там постоянно. Таким образом, мы обезопасим наших жителей от непрошенных гостей. Мы намерены жестко вести себя в отношении всех тех, кто нарушает Конституцию и законодательство Украины.